7 природных пожаров возникло в Хабаровском крае за сутки. В Хабаровском крае набирает обороты сезон сухих гроз. За прошедшие сутки из-за грозы произошло сразу 7 пожаров. Очаги площадью свыше 2000 гектаров возникли в горной местности Аяномайского района. Угрозы населенным пунктам они не несут. Иногда специальные комиссии принимаются решение не ликвидировать пожары, если они находятся далеко в горах. Риска от них нет, а расходы на тушение несоразмерно большие материального ущерба. Кроме того, часто до них просто невозможно добраться. За такими пожарами следят через систему спутникового мониторинга. Если возникает угроза, тогда принимаются меры реагирования. В краевом управлении лесами отметили, что сейчас в 14 районах края действует особый противопожарный режим. В леса запрещено заезжать на автомобилях, нельзя разводить костры и проводить огневые работы. За нарушение режима предусмотрены штрафы. Граждане могут заплатить до 5000 рублей. Для организации суммы наказания существенно свыше – до 300 тысяч рублей. Также в службе напомнили, что лесная охрана совместно с полицией МЧС регулярно проводит профилактические рейды. Патрули обходят места, где люди обычно собираются на шашлыки. Проверяющие следят за тем, чтобы граждане не разжигали костры, так как сейчас это может привести к масштабным возгораниям. Проверяющие просят жителей края соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять бдительность. При обнаружении очагов огня рекомендуется сообщать на горячую линию лесоохраны 8 800 194 00.